И снова об экологическом ЧП в Красноперекопском районе Ярославля. Накануне Первый Ярославский рассказывал о разливе нефтяных отходов в ручье, впадающем в Которосль. К нам попало любительское видео с нефтяными стоками на южном промузле Ярославля. На место происшествия выезжали представители природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. И вот как они прокомментировали ситуацию. Факт, в принципе, подтвердился. Обнаружен организованный выпуск сточных вод на рельеф местности в южном промузле Красноперекопского района. В ходе мероприятия отобраны пробы почвы, загрязненной нефтепродуктами, а также пробы сточных вод, сбрасываемых на рельеф местности. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование по данному факту.